Там я видел Рхамов апнули еще. Апнут, точнее. Ну это да. Ну писали, что бонус не отчем 17%. Чтобы они хотя как минимум делали 25 хотя бы. Они 30 сделали. Как раз нормально будет. Понял. Какой нельзя, ты имеешь в виду или что? Да. Где-то у нас Глю опять проебался. Глю, где ты там? Владимир, хочешь АП ДЦ, напиши, чтобы они специально для ДЦ сделали плюс 60 СПД камня. Отдельно для ДЦ Рогу только. не зашел, что ли? Ну так он рогу и не надо. Бесполезно. Давай рыбку кушай. А, рыбку ты поел, все, я вижу. Дермище боссов, она это в обмане. Адель, все, что ты садись в обмане. Мы уже вышли. По зеленому поехал. Эдик, ты меня фотаешь? Я забыл, что-то. Ну ладно, и без тебя выжил. Добили зеленого. Зеленого, блядь. Пельмени отошли. Колба. Уже вышли. Пельмени отошли. Куда этот пельмень летит? Хуй пойми. Блять, станьте кучнее, РДД, сука, ебаный в рот. Хуй пойми, блять. Пельмени в разные стороны летят. Заебало нахуй. Тишка, блять, хуй пойми, блять, куда отходить нахуй. По красному поехали. Уже пельмени Барбарос, Бестрис, Адель, блядь, вагон. Так а слишком близко стоит. Отойди дальше. Ебать. Да. Уже убегать. Смекалочка. Я. По зеленому поехали. Я тебе портал забыл поставить, вот что я забыл сделать. Надо поставить сейчас. Дай с этот айсбаун дермич быстрее. Пельмени отошли. То есть пельмени по человеческому полетели бы. Красного объема туда. Максимум урона. И летит в красную сущность. Переплюну. Не надо.
Переводим босс. Я не успею добежать до такой лужи. Блять. Хуёво перевели, нахуй. Спасибо, не хватило. Я думал, успеем. И плюнуть не успею. Стали все в кучу, геру даем, все по зеленому поехали. Веди в сторону зеленого, получается. Гремич. Или фонарь ты словишь первый. Геру дали, фулл ДПС по зеленому влились максимально. Пельмени, блять! Про ДД кучу не останется. Блять, уже колбу туда. Ладно. Четыре стака. Пельмени отошли. Забирай дермич. Глю, отойди. Вернулись РДД быстрее. Арискин, дай диван по фонарю. Лужи выбежали, РДД быстрее, блядь, две лужи, нахуй, не стойте. Пельмени отошли, еще правее. Выводи оттуда босса максимально. К воротам веди прямо. РДД отошли максимально. О, ну, я же говорил, блядь. Спустя полгода. Ты говорил, что она точно не выпадет. Реслин, у тебя ж нету, да? Забирай сразу. Ну это означает, что я пойду во второй рейд, наверное, блядь. Слышишь? Слышал? Успел кубики нажать, Реслин? Всё, окей. Класс, красава, ничего, красава. Too good to be, это что это такое? Этого да. Ничего. Ебать. Раньше лучше был ник. Ну, он был, блядь, хороший, пиздатый ник, а стал какой-то, блядь, too good to be, блядь. Ну, был норм ник, стал хуй, какая-то, блядь, кринж, но. Беба, блядь, оцени ник. Беба, оцени ник. Не, ну ничего, бля, если бы я бы считал, что кринж, бля, стоит задуматься, мне кажется. Не, я уж лучше выговаривать буду, чем геем становиться, блядь. Кого бан? Он опять в этом факеле застрял. Сука, блядь.
Ну, блядь, побегайте, что-нибудь сделайте, хуй знает. Надо в подну. Да ёбаный в рот, блядь. Он. Я его выманил, видел, да? Киллер. Бесшумный убийца, ебать. Килы вы меня не любите? Скажите правду. Да, не любим. Это у нас урок получается 357 тысяч, ну, вот из 5 килами. Это нормально, ДПС, это хороший. Ну, не считаем он Алконфелы, и Войч, что очень мало дал. Войт, ты там, блядь, что, под пивом? Да какое пиво, ебать, такие лаги пизда вообще, бля, хуй знает. Что сделали, нахуй. Уж как-то настройки какие-то поменять, ну хуй знает. 60 кадров. Задержка 55. Ай. Дермить поймал мобов, там две штуки бежит. Уже две штуки хилов нету. Я в стане был. Воздержанность тоже была. Сенжура, ты в армсе бил? Сурка. Или ты... Понял. По-моему, у тебя, по-моему, фурики 19 было. Разница особо небольшая. Рез, папшик, рыбу поставил сразу, печеньки. Войт по сферкам. Бля, встал случайно. Вместе с... Вместе. Войт, Швепс и... Бентли на сферке будет. Самые шишечные люди, бля. Манить. Шкаф тыкните. Тык на сумон. Че вы дермича уронили, блядь? Давайте бахайтесь быстрее. Бентли, ты где, блядь? Проснись и пой. На арне, блядь. Зовет. Не сумоньте меня, я на позиции. Все, заебись. Нахуй сюда, блин. После целка РС-ку сразу. После РС-ки играл в моих помощи. Все, чё, дым. Дармишевой, принцип. Хотите ВК, можем еще ВК сходить. Так тогда можно вообще завтра в трое целка пойти иметь. Можно было, но у кого-то не получается. Сука. Ну послезавтра пусть. Тоже не получается. Ну ебать. Не у меня, если что. Да я понял. Бля, Денджермастер, почему ты, блядь, ложный выпад не нажимаешь? Ты ложный выпад нажимаешь, блядь, и похуй, сколько там миликов, блядь, ты переживаешь, нахуй, плюс еще под сокрой. Это 15 энергии, вроде бы, если я не ошибаюсь. Геру давайте.
Я хуею, блять. 20, блять. Дай войд бэр. Ща, бля, я за кинетикой. Сука. Блять, вихрь. Бля, бы уходи. Я резну, считуйте. Рибахте роги. Все, по келю, все пошли, побежали к келю. Лужу там дал вам велики. Прикольно забанил. Кого ты забанил? Че, Геру муж? Геру не дали? Ну ладно, уже не надо. Уже не надо. Гера была. Не было Геры. Ну, наверное, КД было. Нет, у вас было. А чё это? Не исчезает. Я забагал. Ну, чё вы так хуярит, блин? Набиваем все ХПС, нормально. Нет, блядь. Пиздец, блядь. Ладно, волна родить набивать. Кинула, блядь, не вовремя. Бежали. Сокру дай. Какая дэба у него спила? Катушка? Плохо. Катушка. Ай. Батю резать? Тактика убейте все равно. Не прыгай. Не надо его херить. Убить и забыть почему. Блять, фласка закончилась, забыл перепить. Масло, блять. Какая же хуйня. Дайте дживс, пожалуйста. Справа поставь. Спасибо. Это слева. Тактика, ёбнуть. Ясно, блять. Фонарь, фонарь, блядь. А чё, я другого тактика бил. Не пойму, какого тактика ты бил. Это странно. Как ты умер? Это невозможно. Было невозможно. Теперь возможно. Да. Я в шоке, в замешательстве. Да, вон огонь, моего реста он лежит. Ты бы лучше, блядь, редхилил бы, блядь, то ранил меня. Ну я хилил. Хуёво хилил, получается, что со мной. А, чё поделаешь? Бланк. А где это, на пульчик? Или хотя бы фейк деф? Да не ставьте эту хуйню, пожалуйста. Баллониром не стукнул. Ебать, аж две штуки. Ну-ка третью. Четвёртую давай, наверх. Сука, сколько у нас? Да что вы, трофлера. И на лане еще 4 штуки на взлетке, нахуй. Бля, если упарываться, этот тотем тоже же бьет мобов, типа, или бьет? Я встану. По 50, там. Можно на 40 ставить. Ну да, рейд с сандаларов собрать, поставить 25 тотемов, блядь. И не бить трэш, нахуй. Ебать, а этот тотем дает, я не понял.
И палит инвиз. Ну, палит инвиз. Те, кто находится в радиусе, это палит инвиз. И дамажит. Это типа ПВП-шно, да, хуйня? Да. Да там чел встал, горит на арене, блядь, пиздец. Такое, горит, пытаюсь поставить, подбегут, блядь, сапа. Но он одну секунду ставит. Не знаю, мы сегодня, мы сегодня регали там, блядь, бедняга рога нахуй, все время палился тут вот это. Это боб какой-то у тебя был, у меня сегодня Айзек спокойно залетал туда. Она, ну, там через 6, она, да? Там как-то ну да, 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 или на спринтах просто. Она там палит как-то, ну не, как на спринтах ты, может, успеешь сапнуть, но это 50 на 50, рыбу поставил хавать. Там прикол в том, что, типа, если ты в центре стоишь прямо в этом тотеме, ты, типа, 50 на 50 на спринтах успеваешь сапать, и тебя выпаливает. А, ну, и, типа, в любом случае, если ты сапнешь, то тебя выпалит. Это 100%. Тоже через, шест, через 6 сапается, да. Ну, типа, считай, секунда просто. Но да? Она не бьет, ну, вообще, да, кстати. Там, что прикол. Она там... Оно палит. Гладит. Ну, палит рог, да. Батис, глюша не хватает. Бафов не хватает. Еще раз вообще на полбах. Да я ближе подойду потом, Бива. Не, я их не делаю. По отчету, поля. Дремич. Ну, блять, ну ёб твою мать, нахуй, ну. Клоуны, блять. Помните, пошли, пару? Кого мне кусать? Кусишь меня. Потом укусишь хулишита. Я укушу. Но ничего. Укусы в печеньке там, если что, я поставлю. Я первый дам массакр. Угу. Рит. Пять секунд, я в печеньке прямо стою. Да, видишь. Факт. На взлетке Холич и Ваничелла в печеньку. Ты Холич укусишь, я Ваничелла. Рислин. Забабли просто. Раньше набрали быстрее, раньше. Беба бати кусаешь, Холич кусаешь без приста. Этот Манчела кусаешь, скорее всего. Я Бланша. Все в печеньку подбежите. Я скажу, когда подбежать. Те ники, которые нажал. Подходите по чуть-чуть, 10 секунд осталось. Пак сбежали. Блять, лужа. Пизда, нахуй. Угу, спасибо, Бланш.
сколько там до взлетки? Не вижу что-то. 15. Ну ладно. Сбежались по. Дальше похуй кого. Я войду, укушу. Диспал. Охуенные тени разлили. Спасибо, блядь. Ну, это в меня кидалось, когда укусно. Это мои тени. Ну, справа, которая. Вторая не моя, но одна моя. Что я тебе сделал? У меня укус оставался 3 секунды и кинулись тени. Не успел отбежать. Укус раздали сейчас. Шку даже раскастоваться не успел, да. Реслин, такой осколок? Понял. 5 осколков, типа, это нормально, если падать будет. Полминуты отойду. Чё, перекур? Никак? Кирилл, я могу занизить токен? Мне нужен. Перед резкой. Давай с токенами потом в конце, я их просто пачкой даю. У меня один, ну ладно. Там они, в принципе, никому все равно не надо, потом заберешь просто. Отходите только, блядь, по одному, ну, по три человека, там, плюс-минус. Если там прям срочно, там, в туалет или еще какое-то. Идем без АФК, попробуем, пройдем без АФК. Сегодня ран, чисто ран. Ран, Вася, ран. Немножко. Перед ребром, нахуй, трэшит. Некоторые каши. Что, фонарь игру начал держать более-менее, получается? Да на пол дали. Фонарь теперь не крип, получается? Фонарь теперь мега крип. Понял. Из сильных бараков вылез. Понял. Там главное этот ебаный вот с этой пизды звездочку поставил. Забейте изгнание, блядь. То есть если танка ебанет, будет хуё. Хорош. Еще раз, чуваку изгнание кинул. Дай сокру фонарь. Блин, ты знаешь, даже не поспоришь, мирает такой. Всякое, да? Он маленький, еще таких слов не знаю, чего. Продолжайте сражаться, братья. Мирай, будешь чеху донатить, когда выйдет? Ты чё, бля, лучше на завтраки школьные оставь. Ну какие школьные завтраки, лето, нахуй, никто денег не дает. Все поздно. Ну осень скоро. Мирай, ну бля, ты понимаешь, что пока ты будешь ходить в рейд, да, это чеха не будет падать нам. Ну как-то надо решать этот вопрос, потому что другим людям тоже ж нужно. Предлагаю каждый раз, когда она не будет падать, как Мираз писать по 2,5 косаря. Чех, это Антон Павлович, который? Да. Блядь, где мои нахуй бонусы, сука?
пидорас, 100% нахуй после скидосов завезут. Уёбки, блядь. А сколько бонусов получишь? Да они, ну, начислили эти бонусы, которые... Чисто бонус, которые, типа... За бабки, блядь, нихуя. Не знаю, когда получу их, нахуй. Только не забывайте... Когда скидосы закончатся, долгоного взялся, ну... К Вальке не подходите туда на ступеньки. Пока два моба не убьем. Я ебал тут горожан нахуй, я туда сделал 20 плюс заходов, но долгонок ебаный ни разу не упал. Знакомая история до слез. Ой, не говори лучше. Добиваем мобов, куда пошли? Я справа. Добрый. Я шеем на игре собрал. Бланш краба и этот. Да они тут специально просто типа пидоры занизили дроп. Сервис ускейт. Ну да, наверное. Не, он падал, главное, у меня раза 4, наверное. Ну, блядь, не, там... так он-то падал, ну блять, ну, там такой шанс дропа, нахуй. Они типа на 3, не, блять, специально позанижали, нахуй, чтобы люди донатили, вот и все. Это всегда самый маленький шанс дроп. Нафи, блять, проще нахуй выбить, чем какой-то тринке, чем здесь, блядь. К нафи быстрее выбьем. Нафи быстрее. Это точно. Зовер, ну где, блядь? Ясно, Зовер, блядь, походу там надолго с концами, блядь. Написал релог, блядь. Ну, Зинес еще там готов. 3 минуты назад релогается, походу. Бланш с краба выпустил, да, выпустил. Вот этот, короче. Глю, через него хилишь. Давай, Рид тоже хилишь вместе с этим. Не будем Зовера ждать. Поехали. Выпускайте Кракена. А кто летает? Еще раз вопрос. Ты иглю. Ты иглю. Заебись. Ага. А я плюс 4. Ладно. Похуй. По давлением бейте, блять, они жирные. Мы захили, мы рит в Т4. Все, падаем. На... И там читается немножко по-другому. Ну, окончание именно. Ну, все, да? Кидалась бы вот эта расовая Зандаларов на Вальку. Сука. Подавление. Летающая сова, блин. Я, у меня тычки жесткие. Кто мой по Вальке? Ой, блядь, да не ставьте эту хуйню, пожалуйста, блядь. Ну, не ставьте, нахуй. Она бесполезная, блядь. Бесполезная хуйня, нахуй. Глаза, блядь, уже болят, нахуй. Не то, что делать. Слишком эффект какой-то яркий. Спину там намазывает яд и... Уже реально заебал эту хуйню. Типа, да, прикольно, но, блядь, слишком яркий эффект сделали. Крот у нас, типа? Ну, как у крота режут глаза, да? Да, именно так. Сто тысяч, ебать. Ну, Дориду настолько режет, блядь, что он Валю, блядь, хилить не может. Нихуя не дерешит, блядь, это пиздец. Ч
Ну, блять, я рад, что тебе, для тебя все заебись, на. Жаль, что не все такие, как ты, нахуй. Филантропы, миллионеры. Тебе когда долго ногу втратить, вот? Подожди, ты что, забрал, блядь, что ли? Да, пока тебя не было 2 КД подряд. Да ну нахуй. Да. И пиздишь, блядь. Бля, а чё вылетает? Я не понял. Второй круг, типа, приколу Ретрикси забрал. Да, ДПС увеличивается, смотри. Смотри, сейчас ДПС. Ну, типа, она была у всех. Там Ретрик ебанутый забрал. Ты гонишь, у Беба была бы. У Беба не было, он не ходил без себя. Блядь. Что, блядь? Прохильте Вандру, сейчас умрёт. Чё, можешь Геру? Хватит, может. Сейчас вылезут, тогда Геру. Червей, залейте быстрее, сейчас хилы поумирают. Берегитесь. Он такой, типа, у меня джага от матери. Я занят. Геру, давайте, Геру, давайте захиливайте. Гим на хп поле. Интересно, за кого профитнее всего летать, блин? За Африка, наверное. Хулипан? Да не, я за ДД, наверное. Бля, тех, кто быстро кастят, нахуй. Это считаем, он аркан, аркан самый заебись, там прям вообще, блядь. За ханта, у него типа. А есть хант, да, хант заебись. А Африком, если там вышел, то ты борчи развешивал на всех. Не. Ну да, там трэш столько не живет. Что-то моментальное надо, ну. За ханта, наверное. Хан. На, хан, аркан. Элим тоже нормально. Рин, блядь. У меня звездный гонь 100 тысяч ебал, блядь. Бывает. Я только ради этого летал. Ребята, прокол столько на совете, на звездном собрании. В дворе хм. Все, пошлите. Блять, шишки, отдыхал, блять, уже устал, нахуй, только с отдыха вернулся. Кстати, стало интересно, а можешь одновременно нескольких боссов убивать с РК? Иди, да. А почему нет? Почему можно, например, Гнилова и Тухлова на две пачки поделить, да, убить? А только... в разные кварталы, в принципе, можно пойти. Только что это даст, блядь? Да, мне просто стало любопытно. Да, ну, в Т5, когда знаешь, нельху уже делать, все, ну, в Т5, да, ну, типа, можно. Там, можно, короче, лут не будет делиться. Почему? Ну там не все, там не все типа определенные можно. Ну, например, ребро там только, ну, только два, ну, все вместе. Мне кажется, так не получится. Леди тоже все вместе. Нет, тухлый гнилой может. Нет, только это уже у тухлого, который типа вот когда там газ и вся эта хуйня, он по всему ЦЛК же засчитывает. Да, кстати. Просто убивает. Ну и что? Ну и что? Если он будет прилетать урон от тухлого без саков, он нас просто шотит. Выйдите из центра. Ну, ты учитывай сакра плюс этот, ну, какие-то свои фабилки, нет, свои. Засовишь, да дефается это, сакра избаун, дефается, блядь. Ну, блядь, вот, например, я на локе сейчас, я ни одного стака не лутал. А чё вы вздыхаете? Выжил под избаунтом и под своим засейлом. Нихиля.
кули не хилят. Ну, конечно. Давно в Т5 переживаешь за стаки, блядь. В центре стоите, блядь. В Т5 учитывай, что там. В Т5 учитывай, что там УДЦ купол, например, есть. Он дохуя еще абсорбит. Лужи ДКшные там и так далее. Я вижу, вам совсем весело, блядь. На жуках лайпаться, блядь. Это огромные синие челы, какие жуки. Ну да, блядь. Там топорик красный крутится, надо зайти. Бля, фонарь, нахуй ты полрейда вайпнул, блядь. Ой, извините, пожалуйста, не хотел. Без приста рез. Ладно, милики, блядь, но РДД это пиздец. Сука, сбилась. Агрон на двух хилах, наверное. Блин, какой же я слаб. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, шишки умерли, блин. А, он шишки варит. Шишки отошел варить. Шишка Лэнди? Ага. Кто тотем ставит? Гринге. Сегодня у меня, блядь, целка на профи. Ретрик, короче, бежит с красным. Набегает на колбы, блядь. Колбы взрываются, откидывают прям на красного. И вайпрейда, блядь. Мне рассказывали, что ты когда войт играл, блядь, за вара, нахуй ты вообще в красного чаржился, блядь. А, ну не знаю, может было такое. Ну это было, наверное... А когда за ДК ногу вообще гриппал, блядь? Кого, блядь, гриппал? Красного, блядь. Лол, блядь. Так на X3 делали раньше. У меня видос где-то есть, где я, короче, лича танчил, на край обрыва подводил и, короче, упал, блядь. И лич, короче, прикинь, он меня то, что не видел, он начал костить оскорнение, а перед этим всех телепортировал ровно в центр, нахуй, лужа, и все в этой луже, нахуй, и сразу вайпнулись. Было 12% у босса, блядь. Я такой лежу, нахуй, там нихуя не видно внизу этой платформы, блядь. И мне кричат, воин, блядь, ты еблан, что ты сделал, блядь? И ты такой, о да. Ну я на самом деле специально... Я просто не мог удержаться. Нет, я звук такой... Шишку говорил. Я на самом деле специально сошел, типа. А, то бишь ты реально, короче, гриппнул, блядь, красного в рейд, нахуй, и убил. Не, красного я не гриппнул, блядь. Ну и самого крутого, что я делал, это, короче, лужа на лужу в целка, блядь. Ну, понятно. Понял, да, как лужа на лужу делается? Эдик, как тебе прикол? Причем лужа на лужу, у меня первая самая получилась прям, ну блять, вот один в один, лужа в луже, блять. И они маленькие, и типа я в нее запрыгнул на нитроускорителях, выпрыгнул, и дамага вообще не получил. Красава, блять, че. Go hard. В РСке я любил во тьме, блять, лужу выносить, там, когда из света лужа пересекается с тьмой, блять. Хуяк ШВ прожимаю такой, блядь, меня хилы хилят, не понимают, почему так легко захиливается, блядь. Жесткий войд получается. Да, так я даже синдру дотанчивал. И даже кукла у нас как-то вылетела, куклу диспелили, я сел быстро. Так, Гера у нас КД, пойдем без Геру, должны без Геру убить, надо. Арча на полба. Кто хочет спекать себе, да? Нет, так нет. Пошли поставлю, задамажит. О, под Гера ебанём. Рыбу хавать. А, Гера кидай, не буду ждать. Сука. Кому там надо рыбу хавать? Ну как бы, бывает. Лифт недалеко, может Гера получить персональную. Ну кто недалеко. Умирал, да, можете для нее Геру дать. До того иди, лифта иди. Пилить. Все спланировано. Репоты. Фонарь раньше времени не запомнил. Да нет, это снова не я.
Кто-то любит вперед нам популять. Эй, фонарь, пиздишь ты, блядь. И не краснеешь, блядь. 100%. Потому что правда за мной. Там никакой травмы, одна ложь. Нет, это вот ты меня оклеветать хочешь. Не верю в такое. Да не глупости, фонарь. Да. Чтоб я тебя клеветал. Ебать. Доп ЕП? Доп ГП, бля. Да. Доп ГП, да. Нагрите второго. Ну это по-любому я задамажил. Даже чувава столько не дал, как я дал сейчас. Куда дает эта залупа? Yeah. Нихуя не дает. Вот это вот. Купол. Она дает, блять, минус глаза, нахуй, шеф. 85 урона типит, прям, че. Она, короче, делает, блять, мир другими цветами. Цветами шишек. Радуга. Кстати, а у ЭБшки не работает? Точно. Как всегда, по-ебански танчишь, по нет. Как всегда, отлично. Это просто... Как всегда, максимально хуёво. Это я... Она Ригот Икс. Надо ебись, начать танчить, потому что я знал, что мы справимся. Блять, Бентли нахуй. Как бухать? Вы видели, я, блять, в воздухе в сову превратился. Термич, ты думаешь, он тебе вот нужен? Без сопрота, блять, мне кажется, неплохо тебе будет. Так ты этот... Арчина плыла. Чарж котом делаешь и в воздухе в мишку прыгаешь, блять. Такая тушка летит, блять. Да, я так и буду делать. Давайте, чё там, Рид? Чё с хилами? Чё хилы? Да чё у вас не так? Фолманаевич? Все хилы, блядь, не принимают. На пулу в дермича. Он первый танчик. А ты заебали, урон получаете, мы не попить не можем, не покурить не можем, блядь. У вас фулмана, блядь, шо вы мне наёбываете? А ты вообще сидишь, ешь, давай не говори нам. Я слышу вилку нахуй по тарелке. Нет, кто меня... ест? Это он имеет меня, в виду, блядь. Он в реале хавает. Приятно? Вальмор вылетел. Видишь, как удачно. Стой, было. Куда ты пошел? Вальмор вылетел, блять. Назад? Может назад? Пошли наверх, да? Или нет? Да похуй, пошли без него. Куда нахуй назад, блять, вернулись нахуй? По 4 будете хилить, блять. Ясно, блядь. Зуб, блядь. God X. Господи, я долбоёб, нахуй. Я не посмотрел, что на меня освобождёнка, нахуй. Спрятались быстрее. Справа. Ну я тебе поверю, не вставай сейчас. Гринсов. Я вижу. Разбились крепко быстрее. Даже мастер, прием, блядь, ты тут? Войт Бэр, блядь. Освобожден, как бы.
Мы бежали быстрее. Дай сокрой. Да. Дайте ребаф, пожалуйста. Лапку, стаминку, блять. Пороги и полок. Я давал лапку. А мне нету лап. Да есть на тебе. Ведь просто не увидел. Вот сейчас есть. Вот сейчас да есть. Была. Я ж вижу по хп по статам. Ничего не знаю, я давал. Слева. РДД по крайней. Эндер, блять, вагон. Бентли. Вы, блядь, может лутать перестанете, нахуй? В Гере это ваншот, напоминаю. Глю, Бентли, Ондра, блядь, и так далее, нахуй. Кто-то там еще четвертый в вашей пачке был. В секте, блядь. Разбили склепы быстрее. Почему левый склеп никто не бьет, блядь? РДД, нахуй, вам минусануть или что, блядь? У вас 11 штук, блядь, если ханта считать. А где священный щит на дермиче? О, там сразу. Может быть притяжка, может быть не будет. Будет. Бежали быстрее, фазы сразу потом. Фазы. Освобожденку смотрим аккуратно. Адель в центр, отошли все от центра. Скидываемся там. Склеп разбиваем, скинулись там. Опять освобожденка, сука. Опять центр будем носить. Бланш в центр. Пошли. Что за, блять, батя нахуй? Не разбивайте склеп центра, не разбивайте. Стопнули ДПС, стопнули ДПС. Фонарик, куда ты бежишь, блять? Ну, блять, ну ты, сука, слепой или что, нахуй? Разбили центральный склеп, еще раз в центр вынести. И левый подбивайте. Притяжка должна быть, блядь. В центр акума. Отошли от левой стороны. Спрятались. Должна притяжка быть. Все, отлично. Подбили склеп, но не разбиваем. Все, лево вынесли, следующий склеп. По боссу пока играем. Отошли с левой стороны. Разбили склеп с левой стороны, вот это кабоши. Центр Барбарос. Пошли. Скинули стань. Блять, где крест стоит? Барбарос, блять. Не, сори, не специально. Вы, блядь, тупорылые нахуй или что? Вы мне уже, сука, начинаете напрягать нахуй. Войд влево, быстрее. Влево, блядь. Разбили склеп, который под боссом. Пока что. Дай сокру фонарь. Да. Следующий в центр. Прячемся, должна притяжка быть. Ой, дай глю. Скорее всего, дай этот, айсбаун, дермич, айсбаун. Прямо сейчас, нажми, отошли. Прохил, скорее всего. Прячемся, должна притяжка быть, отлично. Подбили склеп, следующий склеп в сторону, Геру даем фулл ДПС по боссу. Все, разбили склеп, Геру дали фулл ДПС по боссу, бати в сторону. Бах, нахуй, пизда. Пятый осколок, не хуясь. Ты Реслин заговорил?
Редкий случай. А я думал, это ты, Эрислин, блядь. Я уже просто забыл, как твой голос просто. Ты его слышал когда-то? Я вот нет. Да, да. Но он разговаривал как-то. Ну да, было дело. Пару раз он точно разговаривал. Да, убили войну. Да, ГЦ, ебать. Чё делаем с Валькой? Смотрим или бьём? 10 человек. Бьём, блядь, куда нахуй смотрим? Убили Вальку быстрее. 15 человек, убейте. Дерьмище, танкуй. Вы, блядь, не можете быстро. Вам надо какую-то хуйню зацепить, блядь, что-то там сделать, хуй пойми нахуй. Вон еще одна лихит. Давай, еще одну, еще одну, блядь, сагрит. Бля, блядь, ну. Всем похуй. Блядь, тупорылая нахуй, сука, я вам, блядь, сейчас минусану нахуй всем, блядь, кто сейчас был нахуй, пошел вперед, блядь. Ну неужели, сука, вы, блядь, я не знаю, в глаза долбитесь? Это пиздец, блядь. На синдре какая-то хуйня, блядь. Валик, сука, блядь, нагрели нахуй. Заебали вы нахуй. Ну неужели, сука, блядь, закончить нахуй быстрее, блядь, и освободиться раньше, сука, и пойти по своим делам. Неужели вам похуй на это, блядь? Я со следующего рейда просто за такую хуйню буду минусовать, блядь, не знаю, ну по 1002 хотя бы, на, чтоб ценили, блядь, время других, нахуй. Заебала эта хуйня, блядь. Приятной компании, время летит. Еще 3 рейда, блядь, напоминаю, после этого, блядь. Шкаф поставьте с уменьшениями, после целка. Не в соло или как? Да, наверное. Танчи. Ладно, я добегу, чувствую мастерия, пока вы суманете. Я их суманули. Спасибо, рыбу хавайте, клубак. Где Барбарос уже уфнулся? Можно только с пола все на пол сдать, абсолютно. Блять, вы прикалываетесь или что нахуй? Барбарос куда-то уфнулся. Он услышал, что еще 3 рейда. Прибыли наконец. Знаете, зачем здесь круг нужен? Зачем? Чтобы ставить в него тотем ровненько. А, я понял. У Финариана на пул дайте все абсолютно. Как только спулится это чудище. А вот это еще, наверное, на 12 часов, на 6 часов, на 3 часа, да, на 9 часов. Ну, так и задуман, так и задуман. Ну вот. На северо-запад, нахуй. Стоим, стоим, стоим все в одно время. Путь на юго-север, все нормально будет. Дайте на пул максимально на фонаре. Найф лагает, блять. О, все отпустило, блядь. Берегитесь.
Прибежали. Отошли от фонаря быстрее. В другую сторону. РДД играем по дневным пока. Бланш не будет по сферкам. Ну куда? У меня таунт. Забери. Таунт КД. Блять, КАС бейте сейчас, главное. Стопните нахуй ДПС. Все, забрал. Бить. Бить. А можно еще. А, вот, спасибо. Все мили, китить медь. На пол. Они перестали им ебальники искажать. Ну вот, нормально. Работает администрация. Я бы сказал, что не делают, по-моему. Перебежали. Сколько у вас там еще игры в КД? У меня нету, я умирал. 4 минуты. Сука. Ну, нормально, войдер освободите только. Остальные локи. Ромбик, короче, убейте еще. Осквернение разбежали. Ну ты, блядь, конечно, вынес, нахуй. А ты валик, ну ладно. За спину все. Сам за спину. Вообще валик. И лужи не по малому кругу становитесь сразу, РДД. За спиной нет смысла стоять. Осквернение разбежались по малому кругу и вальки. Заряд бежали. Валькам сыграли. Плеча потом повернешь в противоположную сторону, а ты уже за спину перестанешь. Цене будет осквернение потом. Похуй. Но все равно леща так поставили. Сейчас осквернение будет. Осквернение. Блять, мразь нахуй. 1%. На край, на край. Веди, веди на край. Веди в сторону, вон там делоки стоят. Да похуй. Да, я не сокру. Я маналю найти. Перепрыгну. Помогайте по сферам, их тут больше не успеем. Бентли, помогай. Сверку, сверку, сверку. Жатву сейчас прохил. Эрисина прохил. Сквернение где-нибудь по бокам. Сквернение будет. За спину ключу. Вдвоем пошли ловить. Понял.
Чернение паука. Кто следующий ходит? Что? Кто следующий ходит? Ты стой. Искренне. Привет. Здорово. Да все, не отводи его, стой. Стой, хорош. Че говоришь? Гридж. А его убить все равно нельзя. Нет. Побей вандом. Нельзя, они не снимают с хп. Тогда не знаю. Дайте кто-нибудь урон полечь. Хули стрим никто не смотрит, блядь. Ну ты на первом месте. На какой стрим? Да похуй, что на каком месте, мне развернуться. По уроду просто. Тут в принципе просто, ну, ШП Африки должен быть на первом месте на ключе. И за обнот. Если брать обычные лючки. Сука, я что-то ДК ДД захотел поиграть. Так, сейчас сразу в РС-ку пиздую. Возьму только одного вагона, блять, потому что... Если же печеньки нужны, можно? На ДК. Если есть. Там есть вроде. Да, на ДК две там есть, ридер. Я уже в РС-ке там начну разраливать, пока трэш будем бить. Еще 20. Я просто застолбил, чтоб потом не проебать. 20 минут серебра. Я забываю. ВКД. Хорошо, Dungeon Master. Хорошо, отказываемся. Клятва вообще падает когда-нибудь, нет? Да. Так вон, клятва упала. Клятва хранит. Крис, Гора. Гора. А, ты про все понял. Падал там один раз вроде, или два. А, два раза падал за черем. 5-6 когда не падает, это клятва ебаная. Два раза за черем падал. И серого одна, и вторая.